Нет ли связи между тобой и Джоу Белл? Я убью тебя! Отпустите! Вот тебе, получай! Напугал! Ты не похож на злодея. Как ты связался с Джоу Белл? Моя мать больна! И брат Джоу помогал нам! В моих глазах! Брат Джоу добрейший человек! Я убью вас и отомщу за брата Джоу! Да хватит уже! Верность — это хорошо, но надо же и меру знать. Понимаешь? Уберите его. Вперед! Отпустите! Черт вас побери! Это проклятое место! Отпустите! Какой шумный. У тебя и правда острый глаз. Премного благодарен. Да пустяки. Господин! Братец! Господин! Как твое имя, брат? Дядюшка! Какой я вам дядюшка? Действительно! Зови его братом! Старший брат, ты спас нас! Погодите. Не надо лишних слов. Лучше накормите меня как следует. Да запросто! С этого дня вся еда! За наш счет! Все для тебя! Хорошо. Что-то в животе заурчало. Идем скорее! Ну же! Лусябай, тебя повысили до камердинера. Отвечаешь за комнату для тренировок. Камердинер? Зачем есть только прислуги? На что уставился? Ни на что. Давай, потренируйся со мной. Нет уж, дудки. Дудки? Если дудки, то можешь идти чистить нужник. Ну хорошо. За дело. Одно правило, в лицо не бить. Больно, полегче. Ты точно мне что-то сломала. Сдаюсь, сдаюсь. И правда сломала? Госпожа, вам так к лицу этот наряд? А можно я не пойду? Ни в коем случае, это день рождения тетушки. Там будет много молодых талантов, поэтому госпожа настояла на вашем присутствии. Не зря же ее прозвали Громилой Шень.到过许多的地方。